Ребят, всем привет! Привет всем старым подписчикам, всем новым подписчикам, всем будущим подписчикам, да и просто зрителям, которые нас смотрят. Кстати, есть такие люди, подписчики, которые смотрят нас с самого начала, с основания канала. Место у нас сегодня такое необычное. Хотели поснимать вам немного красоты нашего города. Да? Называется, находимся на проспекте Красоты. Но ужасный ветер, температура минус 13, плюс ветер. И находиться здесь просто невозможно. Всех еще раз с наступающим Новым годом. Всем спасибо за подписку. Вот, поддерживайте нас, подписывайтесь на канал, подпишитесь прямо сейчас, потому что в предыдущем видео я говорил, то, что очень много просмотров именно без подписки. Вам это сделать несложно, нам это будет приятно. Продолжение нашего сериала. Снимаем для вас все автомобили правый руль, которые продаются в городе Владивосток, которые стоят на авторынке «Зеленый угол». Знакомим вас, показываем универсалы, кроссоверы, хэтчбеки, седаны, кейкары и так далее. Сегодня возьмем с вами универсалы, пройдем, возьмем максимальное количество автомобилей, которые получится взять. На 2 часа растягивать не будем. Вот, походим, поснимаем, покажем салоны, что сколько стоит. Вот, напоминаю, 31 числа будет прямой эфир, потому что и вы писали в комментариях, и смс-ки приходили, то что нужно общаться между нам с вами. Короче говоря, будем делать прямой эфир. Об этом я напомню еще завтра, потому что видео выйдет у нас сегодня, 29 число, выйдет 30 числа, выйдет 31 числа. Вот, 31 числа в 15:00 по владивостокскому времени сделаем с вами прямой эфир. Дальше, значит, в последних нескольких видео вы пишете в комментариях, давайте сделайте какой-то предновогодний розыгрыш. Ребят, сделаем без проблем. Вот, сейчас скажу. Единственное, вот недавно разыгрывали вонючки. Две недели люди выходили на связь. Две недели. То есть кто-то вышел сразу, и там буквально два человека ждали до последнего, вонючки не отправляли. Все отправлено, вот они, чеки. Так, единственное, я, по-моему, не отправил вам трек номера. Вот, сегодня это обязательно сделаю. Вот, я это веду к тому, да, то, что мы не забываем, если мы разыграли, мы обязательно все это дело отправим. Короче говоря, если хотите, чтобы был розыгрыш, давайте в этом видео, под этим видео, между собой обсудите в комментариях, что это будет за, скажем так, такой приз. Что это будет? Опять либо вонючка, либо насос, там, либо еще что-то. И если хотя бы наберется человек, наверное, 250-300, кто действительно этим заинтересован, то розыгрыш обязательно сделаем. И обсудите обязательно количество призов. Да? Но, опять же, это не будет там, 10, 15, там, 20, 3, я не знаю, 3, 4, 5. Обсудите, что это будет. Вот, не ленитесь между собой. И главное, не ругайтесь, потому что есть такое видео, есть такие комментарии, где вы начинаете между собой ругаться. Вот, мы за дружбу со всеми. Что еще хочу сказать? 31 числа в 15:00, напоминаю, прямой эфир. Вот, но сейчас идем на авторынок и смотрим универсалы, которые там есть. Всем приятного просмотра. Ну, еще хочу напомнить, то, что у нас есть Инстаграм, называется он «Автоподбор25». Именно авторынок «Зеленый угол» выкладываем туда редко. Это такой канал больше, да, именно развлекательный. То есть развлекаем вас. Поэтому не ленитесь, тоже подписывайтесь. Прямо в Инстаграме набирайте «Автоподбор25» английскими буквами. Мы там вылазим. Картинка там стоит Sky на фоне Золотого моста. Поэтому тоже поддерживайте наш Инстаграм. Будем благодарны. Подписывайтесь. Honda Shuttle. Тоже популярный автомобиль. Выделяется он внешним видом. Появились они сравнительно недавно. То есть где-то в центральной части России. Таких еще не видели. Объем двигателей 1,5 литра. Есть передний привод. 4WD. Есть гибрид 4WD. Данный автомобиль 17 год, гибрид, 935 тысяч. Сонары, туманки, летняя резина, там идет обвес. На гибридах устанавливается робот. Ну, здесь батареечка у нас точно подсела. Не откроем мой автомобиль.
тоже есть разнообразие по комплектациям. Honda Shuttle, белый цвет. Ребята, он на шипованной резине. Для нас это действительно редкость, зимняя шипованная резина, потому что у нас все ездят на липучках. Установлен уже дефлектор, туманки есть. Автомобиль 4WD, не гибрид, без пробега, аукционный. Стоимость автомобиля 935 тысяч рублей. Негибридных версий довольно мало, потому что почему-то все везут гибриды. Неплохое состояние салона. Кстати, знаете, что касается салона, вот вы не сравниваете автомобили с новыми, которые продаются в салоне. Вот багажное отделение, да, здесь такое пошарпано немного, видимо, возили что-то. То есть вы покупаете все-таки не новый автомобиль, покупаете беспробежный автомобиль по России, но автомобили, они ездят в Японии, поэтому прям идеально, да, такое встречается, но, конечно, крайне редко. Не то, что крайне редко встречается, но вот чтобы он прям был идеальный, как в салоне, без коцок, без ничего, такое, конечно, редко. Пробег указан 37 тысяч. Полный, засветочка да, идет, полный мультируль, и у него вариатор. То есть на негибридных версиях коробка передач идет, вариатор на ключе. Ну, дальше все как по стандарту. Мне нравится у него внешний вид, такой симпатичный. Следующий автомобиль — Subaru Levorg 1.6 турбо, 1 070 000 рублей. Тоже не так давно появились такие автомобили. Система ISI, повторители, штатные литые диски, обвес, бесключевой доступ. 1 070 000. Задняя часть автомобиля. Ну, прикольно, прикольно сделали. Такой спорткар небольшой. Не помню, сколько лошадей здесь. 100, 190, что ли? Ну, я могу ошибаться. Наподобие все как в субариках. Сиденье, электропривод, дверные карты, кожаные вставки. Ой, ну, низкий-низкий автомобиль. Кожаный руль. Варик, электронный ручник, айстоп. Что тут еще есть у нас? Активный круиз-контроль, спорт-режим, ай-режим, обычный режим, кнопка старт. Ну, типичный субаровский звук. Subaru, климат, бортовой компьютер, 1 070 000 рублей. Отключение датчиков предстолкновения. Здесь вот удобная такая штучка, да, подлокотник, он ездит. То есть можно подальше, можно поближе. Подстаканники у нас тут. Ребят, неудобно мне так, а? В перчатках. Раз, спрятали, раз, открыли. Пластик более-менее мягкий. Прошито, типа там, как под кожу, да, синей такой ниточкой. Педали идут железные, зеркала складываются. Второй ряд сидений. Ну, багажник я вам показывал. Глушим автомобиль. Кстати, вот в последнее время много вопросов, как заводить автомобиль с кнопки. Показываю. Вот сейчас автомобиль у нас заглушен. Если мы нажимаем один раз, у нас включается зажигание. Второй раз у нас полностью включилось зажигание, загорелись лампочки. Пробег, кстати, 108 тысяч. Третий раз нажали, все у нас потухло. Чтобы нам завести автомобиль, мы нажимаем на тормоз и нажимаем один раз на кнопку. Все, автомобиль у нас завелся. Чтобы нам заглушить автомобиль, мы нажимаем один раз на кнопку. Автомобиль глохнет. Все. Еще раз показываю. Бесключевой доступ.
Что это такое? С автомобиля вышли, ключи у нас в кармане. Вот они, две полосочки. Все, автомобиль закрылся. Просили снять филдера. Вот, даже в комментариях написали, опять забыл. Нет, не забыл. Вот, снимаю. Филдер. 9-й год, 710 тысяч. Но, к сожалению, он закрытый. Есть полторашки, есть 1.8. Летняя резина, литье, сзади метла, иксовая комплектация. Камеры заднего вида нет. Здрасте. Тоже хороший, надежный автомобиль. Ух ты, и он открытый еще. Посмотрите, вот эти года филдера, да, какого плана сиденья, да вообще какого плана салон. Салончик здесь пластик, он идет мягенький. Аэрбэк, вариатор, автомобиль на климат-контроле. Так, все, идем греться, потому что руки уже просто отмерзли, хоть и в перчатках, но все равно очень холодно сегодня на улице. Подогрев лобового стекла есть. Итак, 9-й год, 710 тысяч. Toyota Fielder, 2017 год, 1,5 литра, 940 тысяч рублей. G-комплектация. Все хотят G-комплектацию. Отличается она немного по салонам. Это уже идет, как видите, рестайлинг, сонары, летняя резина, повторители, тоже бесключевой доступ. Напишите в комментариях, как вы относитесь к бесключевому доступу на автомобилях. Также есть гибрид, есть передний привод, есть 4 ВД. О, батарейка не села. Сегодня очень холодно на улице. Кнопка старт, туманки ставили здесь, датчик по полосе, предстолкновение, вариатор, ручник, iStop, мультимедиа, климат-контроль. Второй ряд сидений, есть подлокотник. Пойдемте посмотрим на багажное отделение. Задняя дверь идет пластмассовая, шторка, полка, называют все по-разному. Запаска есть, тоже плюсом. Есть автомобили, где нет запасок, идет ремкомплект, жидкость, насос. Двигатель 1,5 литра. Оп, не закрылась. Toyota Probox, ну это, наверное, такой самый бюджетный автомобиль в своем классе. Пробег 90, цена 730. 16-й год, 1,5 литра. Есть 1.3, есть 1,5 литра. Везде идет варик. 4 ВД, передний привод. Probox Exit, ребят, все то же самое. Такая рабочая лошадка. По передней части нормально, но сзади идет, конечно, лавочка, там, если честно, сидеть неудобно. Ну, по большей части такие автомобили берут именно что-то возить, какие-то грузы перевозить. 16-й год, 1,5 литра, 730 тысяч. Друзья, по универсалам есть еще вот такой замечательный автомобиль, Nissan D, но их довольно мало на авторынке. Один из них я нашел, но, к сожалению, блин, сегодня реально такой дубак, и я не могу найти просто продавца, чтобы он открыл данный автомобиль. А про него здесь написано, 16-й год, 1,5 литра, мягкий салон, руль регулируется, две кнопки, центральный замок, уши регулируются, складываются электроприводом, корректор фар, розетка, 110 вольт, но цена на данный автомобиль, к сожалению, не указана. Есть передний, есть 4 ВД. Данные на зимней резине. Естественно, он будет закрыт. Почему-то вот, ну, не везут вот эти автомобили. Довольно мало их. Я не знаю, с чем это связано. Но хороший, удобный, надежный, практичный. Honda Fit Shuttle, постоянно всем говорю, не путайте, есть Shuttle, есть Fit Shuttle. Данные есть передний привод, есть гибрид, есть 4 ВД.
Данный автомобиль 670 тысяч, 11 год, 1.3, бензин, гибрид, полный мультируль. Ну, я отсюда вижу, да, то, что комплектация хорошая. 670 тысяч. Летняя резина, красивый цвет. Ну, автомобиль, он такой грязненький, но поверьте, если его отмыть, такой цвет будет смотреться, конечно, конечно, шикарно. Ну, ох ты, а он еще открыт у нас, представляете? Второй ряд сидений, кожаные вставочки. Вариатор, климат-контроль, полный мультируль. Интересно, салон интересный. Эко-режим, круиз-контроль. Мало таких автомобилей, становятся непроходными, поэтому везут их все меньше и меньше. Итак, 11-й год, 670 тысяч рублей. Посмотрите, много пробоксов с оксидов, то есть здесь есть еще выбор. Вот только вот на вот этой стоянке, смотрите, сколько их: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Только на вот этой стоянке 13 автомобилей. А мы находимся на, я скажу так, на не самой большой стоянке на авторынке. Ну вот, цена. Есть цена здесь? 4 ВД, полторашка, 760 тысяч. Пробег 104 тысячи. Салатовый цвет, белый цвет. 16-й, полторашка, цена не указана. Ну, примерно они все одинаково стоят. Естественно, есть разброс 1.3 и 1.5. Вот еще стоит одна АДшка. Как видите, продавцов тоже нету. Посмотрим, может, здесь указана цена. У нас, вот видите, как выпал первый снег с дождем. Так, блин, оно все застыло. Так будет до конца зимы. Так, 1.5 литра, 16-й год, цена не указана. Зато выложен аукционный лист. 3,5 балла, пробег 125 тысяч. Ну что у нас на данной стоянке стоит? Еще один Honda Fit Shuttle, 4 балла, стоимостью 655 тысяч. Комплектация не супер, но и не пустая, скажем так. Это у нас тоже гибридная версия автомобиля. Кстати, вот на вот этой стоянке 1, 2, 3. Три вот таких Shuttle стоит. Fit Shuttle. Стоит у нас Honda Freed Spike, 2013 год, гибрид, 1.5 литра, цена 759 тысяч. Литье, зимняя резина, бесключевой доступ. Увидел я интересный автомобиль, редкость, да, для нас. Даже не знаю, как он называется, Kia, какая-то Kia. Левый руль, цена не указана. Ну, ребят, это не наше, скажем так. Еще один Fit Shuttle, 2014 год, 729 тысяч. Тоже гибрид. Ребят, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Уж извините, если не сняли те автомобили, которые для вас просили. Ну, честно, попытались взять максимальное количество автомобилей. Вот, поэтому что получилось, то получилось. Напоминаю, 31 декабря в 15:00 будет прямой эфир. Вот, также не забывайте, кто забыл, оставить комментарии по поводу розыгрыша тоже. Заходите, пишите. На сегодня все. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.